Всем привет! С вами рубрика «Модный дайджест» и я, ее ведущий Дима Мунтян. Вот у меня назрел вопрос. Знаете ли вы точно, что такое сарафан? Не путаете ли вы его с чем-нибудь другим? На всякий случай отметим, что сарафан – это платье с открытыми плечами, зачастую выполнено из какой-нибудь легкой ткани. Вот именно о нем мы сегодня и поговорим. Среди женщин особой популярностью пользуются длинные сарафаны, а также модели из джинсовой ткани. Что касается цветов, то черный и белый всегда актуальны, а также никуда не деться от цветочных принтов. Теперь давайте поподробнее разберемся, с чем сочетать эти интересные вещицы. Сарафан длины миди и макси может стать вашим лучшим другом, с которым можно гулять, заниматься необходимыми повседневными делами. А если серьезно, в длинном сарафане вы будете выглядеть женственно, к тому же он позволяет скрыть некоторые недостатки фигуры. В выборе цвета руководствуйтесь своим цветотипом и обращайте внимание на то, какие цвета актуальны в сезоне. Для завершения повседневного образа с длинным сарафаном самое главное, что вам понадобится, это сандалии. Вы можете заменять их на балетки или эспадрильи, но все же первые более уместные. Длинный сарафан не так прост при определенных хитростях. Он может стать основой и вечернего образа. Для этого понадобятся изящные босоножки на тонком каблуке, косуха, клатч и в некоторых случаях пояс. Украшения тоже стоит заменить на более нарядные, сверкающие, либо напротив сдержанные и лаконичные. Если в роскошном макси-сарафане вы будете выглядеть прекрасно и женственно, то джинсовый сарафанчик превратит вас в ту, которой правила нипочем. Носить его можно поверх футболки, легкой полупрозрачной блузки, джемпера или водолазки различных цветов. Плюс этого сарафана в том, что его можно носить с колготками и сапогами, а значит, он подходит не только для теплой весны и жаркого лета. Что касается обуви, то рекомендуем в этом сюжете обратиться к эспадрильям, лоферам, кедам, кроссовкам и босоножкам на тракторной подошве. А теперь пройдемся по цветам. Белый сарафан – это залог успеха летнего лука. Он освежает независимо от фасона, украшает особенно подгорелую кожу. Так что если вы собрались на курорт, закиньте в чемодан белый сарафан. Белый сарафан образует стильный дуэт с джинсовой курткой или безрукавкой. К нему очень хорошо подходят плетеные вещи, сумочки, шляпки, украшения. Из обуви вновь рекомендуем аккуратные сандалии коричневого, бежевого, кораллового, черного цвета. Но к некоторым сарафанам, простым по фасону длины выше колена, подойдут и белые кеды, и эспадрильи, и слипоны. Весьма интересный лук получается из кружевного белого сарафана, джинсовки и грубых ботинок, либо полусапожек коричневого цвета. А вот черный сарафан – вещь весьма самодостаточна. Если бы улицы наши были чисты, то к нему не нужна была бы и обувь. А так советую выбирать минималистичные сандалии и максимально непритягательные кеды. Пусть сарафан все берет на себя и только на себя. Если вы заскучали от такого предложения, то вновь достаньте из шкафа джинсовку, ну или косуху, или длинный кардиган наконец. Возьмите с собой большую яркую сумку, наденьте много плетеных браслетов и любимые часы, шляпку с неширокими полями и очки от солнца модной формы. Так вы получите уже более наполненный лук, подходящий для самых разных случаев. От прогулки вдоль побережья до ужина с каким-нибудь интересным мужчиной. Прислушивайтесь к нашим советам и будьте всегда на высоте. Оставайтесь стильными вместе с ТВ5. Пока!